Обучающий семинар для управляющих компаний, ТСЖ и ресурсоснабжающих организаций проведут Общероссийский народный фронт и администрация города. Посвящен он будет актуальным вопросам сферы жилищно-коммунального хозяйства. Собравшимся расскажут о нюансах проведения общего собрания собственников, установки тарифов на содержание и ремонт дома. Особо важный вопрос – эффективный контроль за размером платы за жилье и коммунальные услуги. Семинар позволит предоставить горожанам полезную информацию о правах и обязанностях жильцов, раскрыть тонкости схем управления многоквартирным домом.